36,6 класс идет. Ко мне второклассники, 36,6, молодец. Вход во все школы региона теперь выглядит так. Обязательная термометрия и обработка рук. Плюс ко всему разные входы, чтобы развести поток учащихся. Первоклассники у нас в центральный вход входят, вторые и третьи классы тоже через соседние двери, и пятые и одиннадцатые классы заходят с другой стороны здания. А на всех дверях практически работает администрация, дежурные учителя. Также проводят термометрию, обрабатывают руки. Практически везде у нас есть санитайзеры. Учебные классы рекреации поддерживаются в чистоте. Работают рециркуляторы и дезинфекция по графику. Расписание уроков пришлось скорректировать и увеличить перемены. Сделано это для того, чтобы успеть проветрить классы и организовать завтрак и обед для детей. С прошлого года сохранилась так называемая кабинетная система, когда уроки у класса проходят в одной аудитории. Сами ребята таким ограничениям не рады, но понимают, здоровье и безопасность превыше всего. Мне немного не нравится, что мы сидим в одном классе, и как бы мы уже перешли и в пятый, даже в шестой класс перешли, но мы все равно сидим в одном классе, даже другие классы уже еще не видели. Как отмечают в Федеральном министерстве просвещения, планов перехода на дистанционный формат обучения нет. Эта мера рассматривается только как вынужденная, если количество заболевших коронавирусом и острыми респираторными заболеваниями увеличится. Анна Тищенко, Улправда ТВ.